На пятницу 22 лютого з-за моцного ветру обвешено штормовое попереджение. На большей части территории чекаются порывы до 15-20 метров за секунду. МНС нагадывает, что автомобили лучше парковать у далечини от древ и линии электропередач, которые могут пошкоджуваться от порыву ветру. Температура по ветру складе до 7 градусов морозу у ночи и до 5 у день.